Привет, пушистики, это Жермецкий, снова с вами. Не подумайте ничего прочего, это самый центр, я адепт центра, я не люблю загород, несмотря на все его преимущества. Здесь также, как бы, не преимущество, а как бы преимущество, да. Здесь также поют птички, пахнет скошенной травой, и у меня прекрасное настроение. Да, привет, коты. Давайте-ка быстро скажите мне, как картиночка, как звук. Это первый эфир после моих загранкомандировок. Да, шалом. Шалом. Салям. Все отлично. На самом деле, скажу я вам, что мне нравится делать эфиры и снимать фотки на Samsung. Он легкий, красивый, и у него действительно хорошая камера, даже лучше, чем у Ябло продукции. Но проблема в том, что там есть постоянные какие-то косяки. Они вот, этот Android, это такой вот кусок, как бы это помягче-то выразиться, да, пластмассы, которые все время нужно доводить драчевым напильником. Да все нормально, там и батарея, и зарядка, и две симки. В общем, не знаю, после того, как я вынул из него вторую симку Orange, интернет использовал в Италии, сбилось все вообще к чертовой матери. Сбились часы, сбилась сетка. То есть я не понимал, кто тормозит, кого винить. Билайн, Android, Samsung или еще что-то. Оказывается, эти корейские недоделки взяли... Да, на родину, конечно, это Москва, это самый центр. Взяли и сбили, я не знаю, что там сбили. В общем, нужно, после того, как вытаскиваешь вторую симку, нужно руками заходить, писать там, отключить данные, переменить. Ну, в общем, какой-то факап, это не для девочек, не для блондинок, короче говоря. Я, конечно, не знаю, будет ли поддержка второй симки в Яблофоне. Да, сбили прицел. Вот, посмотрим, поживем, увидим. Говорят, что да, что... В общем-то, в сентябре что-то нам покажут, котики. Я не знаю, я не секу в телефонах, я покупаю каждый раз все, что выходит у Apple. И так уж получилось, то, что мне достался этот кусок аппаратуры в виде Samsung с изогнутым экраном. И, как ни странно, он мне нравится именно как кусок. Вот, а начинка, программное обеспечение, так сказать, абсолютно отстойнейшая. Вот, батарею, не знаю, батарею у кого держат. Ну, на самом деле, здесь тоже, в общем, непонятки. Потому что, когда у меня интернета не было за бугром, я использовал офлайн-навигацию, там, Maps.me или что такое. Так вот, эта штуковина, она, во-первых, раскочегаривает его просто как утюг. За него страшно схватиться. Вот, ну и, разумеется, в честь этого аттракциона неслыханной щедрости выдавливает из батареи весь максимум, который там только есть. Вот, но на родине прекрасно. Привез вам немножечко дождика вчера. Это какая-то легкая, такая даже не депрессия, а, ну, немножко грусть, тоска. А сейчас прям, да, солнце. Птички все, птички отпелись. Хватит уже. Хватит вас радовать. Что говно? Я не успеваю за ходом ваших мыслей. Вахидов, он где-то, не знаю, где-то, наверное, обучается каким-нибудь ремеслам, как готовить плов, например. Плов, кстати, тема. Давно что-то я не ел такого вот хорошего, зачетного, настоящего из казана. И чтобы правильно его делали, а не так, как в кастрюле отварили рис. И до свидания. Но я не ем эти все диалекты, долму, хинкали. И что, мне нравится плов из таких вот кухонь народов СССР, вот, и креветки на гриле из всего остального народа и достижений. Так что вот, котики, буду демонтировать.